Работа комиссии началась с лицея номер 15, где изменения видны уже с улицы. Большие преобразования коснулись как внешнего, так и внутреннего облика здания. Но все же главное условие готовности учреждений – безопасность жизнедеятельности, соответствие всем нормам и требованиям надзорных органов и силовых структур. Осознавая важность антитеррористической безопасности образовательных учреждений, администрации города принимаются меры по ограждению и освещению территорий школ. Каждый член комиссии тщательно проверял веренную ему область. От лампочек до маркировки на стульях. В строгости все нюансы. Проверку проходили учебные кабинеты, мастерские, столовые, лаборатории химии и физики. Особо придирчиво были проверены состояние противопожарной безопасности, электроприборы и оборудование. Тем не менее, не все вышеперечисленные требования находились на должном уровне. По требованию комиссии недочеты в работе должны быть устранены в ближайшее время. Было издано распоряжение мэра города о создании этой комиссии, о сроках работы комиссии. 15-го мы начинаем, 20-го мы заканчиваем. То есть практически мы плотно работаем в течение этих 4 дней по приемке наших образовательных учреждений, в том числе и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования. Комиссия очень серьезная, квалифицированная, смотрит все по позиции, относящиеся к ведомствам этих представителей этих комиссий. Вот в течение более 2 часов мы работали только в первом учреждении, это лицей номер 15. Конечно, есть замечания, но эти замечания, они позволяют нам сроки, которые поставлены к началу учебного года, мы их устраним, они не такие существенные, но на которые можно было обратить внимание, потому что тот период подготовки школ в течение летнего периода, он сегодня дает свои результаты. Межведомственная комиссия оценила готовность порядка 40 образовательных учреждений города. Необходимо отметить, что школы готовились очень хорошо. Выполнен огромный объем работы. Приятно видеть подготовленные классы и приятно вдвойне, что меняется к лучшему не только эстетическое оформление кабинетов, но и их содержательная составляющая, а именно оснащение классов интерактивными досками и компьютерами. Радует также то, что учебные кабинеты соответствуют стандартным требованиям.